Привет всем! Вы на канале Бумер и Гейм. Зависла на минуту. Сегодня мы заканчиваем, я так предполагаю, игру Крутой Сэм. Первая кровь. У нас такой торжественный день, торжественный случай. Да, мы заканчиваем эту игру, очень классную игру. Нам она понравилась. И у нас тут сейчас идет сражение с главным боссом. Мы его уничтожали с помощью гигантской летающей тарелки. А находимся мы сейчас... Та-дам! В Великой пирамиде, да, в Египте. Продолжаем. Вот он наш гигант стоит тут, стреляет в нас. А, в общем, да, у нас мигают. Мигают на этой... На пирамиде какие-то штуки мигают. Оп! Ну-ка. Как там у нас? Попадает. Попадает. Так, стреляет. И в него постреляем взаимно. Уже не так страшно, потому что поначалу-то, конечно... подыхает. Поначалу, конечно, да, испугались. Ай, о, получай заряд любви. Так, ну-ка давай. Поможем. Стреляйся. Главное, чтобы он не успел зарядить. Ах, заряжается. Смотрите-ка. Как же нам его убить-то тогда? Может быть, надо в него копытный хорошенько выстрелить? Из отряда копытных. Куда мы идем? Так, мы идем сюда. Куда? Опа, ой, прям в черепок. Ой-ой-ой. Как у нас тут дела обстоят. Ой, черепушки. Вот, надо выворачиваться. Он еще так кричит тоже. Не хочет подыхать. Мелкие совсем штучки забираются. Скотт. Подожди. Давай что-нибудь возьмем вот это. Джеймс Скотт. Вот это, например, если взять нам. Попробуем, а? Как думаешь? Бубен ему в бубен. Ох ты сколько. Ой, попадает. Попадаю. И нас оба в буб, буб. Вот надо этим стрелять и еще ракету запустить. А, попробуй ему в пушку стрельнуть. В пушку его надо обезорудить, смотри. Думаешь, попробуй. Попробуй. Блин, не попадаешь. В пушку, о, ты куда попала? Прямо... слоновии. Главное куда-нибудь попасть. Понимаешь ты это? Вон он к тому же уже восстанавливается, что нас не особо-то радует. Так, давай. Опачки. Так, теперь прям в башню. Твою руку. Надо еще одну запустить, наверное. Да, бой-то, конечно, такой... нехилый. Давай, мочи. Все, готов, Адольф. Готов. Опа, пойдемте посмотрим его поближе. Ой-ой-ой, нет, ближе не будет. Стрель ему в рот куда-нибудь. А исчез. Блин, как жаль, что он исчез. Я так хотела побегать. Так, да, вот я и говорила. В размере ли все дело? Он говорит... дело не в размере, а в том, как его использовать, сказал нам сэр. Да. Приколист. Банзай. Депортировались. Депортировались, а взлетели под луч. Та-та-та-та-та. Тарелочка нас забрала, наша помощница. И забирает сейчас нас в космос. Куда-то там. Отдыхать, наверное. А мы, скорее всего, я так думаю, прошли уже игру. Поехали, да. Звонит, кто-то набирает номер. Абонент недоступен. В автомат деньги закидывают.
Опять пытаются позвонить. Кто-то кому-то пытается, наверное, маме хочет позвонить, узнать, как у нее дела. Сказать, что он успешно справился. Или жене, может быть, с командировки еду, возвращаюсь. Какой-то голос непонятный. Походу, это живучий. This is Serious Sam, это Serious, это и крутой Сэм. Thanks, bye. Спасибо, папа. To be continued. Да, как мы и ожидали. Фикус. Та-тан. Ну что можно сказать, значит, про игру? Игра понравилась, игра обалденная, это классная игра, особенно вообще концовка мне очень понравилась. Понравилось мне, все понравились монстры, абсолютно все. Все сражения были классные, все вообще, я не могу сказать плохо, что тут графика, да, бывает и получше графика, но как все красиво, ярко сделали, прям вот достойная игра, я считаю, и ждите продолжения от нас. Думаю, будем проходить следующую часть. Так что, в общем, да, все у нас остались только самые лучшие воспоминания от этой игры, самые хорошие отзывы у нас. В общем, да, у нас тут сейчас летят авторы, разработчики, там какие-нибудь там по графике, по музыке, по тому-то, по другому-то. Кто там озвучка был, вот. Переводчик тоже, в общем, да. И тогда на этом, получается, мы заканчиваем серию. Да, заканчиваем. Подписывайтесь к нам на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем играть в следующего Сэма потом. Ждите. Пока. Пока.